конечно, учительская там функция литературы — это... Ну, как-то очень скучно, что же об этом говорить. Литература — это про стиль, это про... про какие-то совсем другие вещи. У Набокова сказано «призраки кораблей из других миров». Как бы, когда читаешь книжки, написанные другими людьми на другом языке, понимаешь, что на самом деле мы все гораздо больше похожи, чем мы друг от друга отличаемся. У меня на французском языке выходит книжка, наконец-то, вот мой роман, который называется «Маша Регина». Мы понимаем, что ничто не существует вне какого-то социально-политического контекста, но я думаю, что не нужно быть каким-то специфически русским, чтобы интересоваться этими проблемами и волноваться из-за них. Можно быть специфически французским или специфически немецким или даже специфически филиппинским, не знаю. И все равно тебя будут эти проблемы волновать. У Хайдеггера сказано: «Язык есть дом бытия, а ничто не существует до языка. Сначала язык, а все остальное. Бытие существует только в языке». А и, в общем-то, это правда, конечно. Я так ощущаю для себя русский язык, потому что у меня нет другого родного языка, да. Толстой Лев Николаевич. Анна Каренина. Я не знаю, но, может быть, это... И для всех писателей так, но вообще говоря, мне кажется, что хороший писатель должен стремиться к тому, чтобы не просто сочинять какие-то тексты, истории там, и так далее, а совершать какую-то работу своим текстом, понимаете?